Всем привет из Египта! С вами Мария Горбенко, и мы сейчас находимся на территории нашего отеля. Здесь играет музыка, мальчики играют в волейбол. Здесь вот мой брат на правой территории. Вот он. Давид! Вот он. Тут и девочки играют, тут у нас сразу как такой залив, как в море. А там уже начинается большое-большое море. Вот здесь у нас пальма. А также море очень соленое. Мы только что плавали. Сегодня первый день, в который мы приехали в Египет. И после моря тут есть такая, как душ такой, пресная вода течет. И здесь можно ополоснуться. Очень классно, тут все время играет музыка, детям очень интересно. Там у нас на территории два бассейна, один для детей, другой для взрослых такой. Тут и зонтики большие, и вообще очень большая территория. Это отель у нас 4+, 4 звездочки плюс, почти 5. Очень хорошо. Сейчас мы через 5 минут уже узнаем свой номер, посмотрим его, и нас заселят. Очень здесь классно. Вообще, мне очень нравится. Я уже купалась. И мы смотрели только что кораллов. Очень много разных. Ну, мы пока только узнали, видели только таких мягких. Я их трогала. А также я увидела сегодня еще, вот только что, буквально 5-10 минут назад, маленькую медузу. Она такая прозрачная. Ну, еще мы только узнаем местность, и мы пока еще не очень знаем все тут. Ну, вот мы будем узнавать. Очень классно. Ну, вообще, вот Animal Box. Это здесь типа как сидит диджей, и он музыку включает. Вот детская площадка, вот есть и качели. И я снимаю. Привет еще раз всем. Здесь очень классно, мне очень нравится. Я благодарна Богу и мамочке, что она сделала такой подарок для меня и для моего брата, что мы можем сейчас отдохнуть. Сейчас всего лишь 21 мая, а уже у нас такой подарок, и так классно начались каникулы. Все, всем пока. Пока-пока.